Всем привет! Небольшое видео по итогам сегодняшней прогулки. Пришли в голову некоторые свежие мысли. Ну, может быть, будет очень непонятно. Значит, предупреждаю, такие довольно заумные вещи, но интересные. Значит, что я заметил? Вот можно себе представить модель, некую модель сознания. Вот смотрите, есть, значит, такая трубка, условно резиновый, допустим, шланг, в котором находится шарик. Шарик так, знаете, запрессован. Ну, как он не свободно там катается. Вот. Внутри трубки, да, шарик. Так вот, слева от оси у нас внутренний мир человека. Внутренний. А справа внешний. Так вот, я с детства, знаете, ощущал, что как бы окружающая вот среда человеческая, она понуждает, значит, ребенка, когда он рождается, он во внутреннем мире, вот шарик находится, его сознание. А значит, понуждает его выдавить как бы во внешний мир вот этот шарик, то есть именно вот ощущение вот именно такое, что, значит, какой-то шарик с каким-то крючком, и за тебя постоянно, вот ты выходишь, значит, в мир, тебя вытягивают вот сюда, во внешний. Так вот, я хочу сказать, знаете, я, наверное, в некотором роде уникальный человек, может быть, такие еще есть, в принципе, я таких, по-моему, встречал несколько. Значит, меня как-то судьба не давала вот этого. То есть это происходит практически со всеми. Значит, как я подозреваю, это начинается на детской площадке. Когда вот вы, ну, вы растете в семье, значит, бабушка, значит, вас окружает, родители. Вот вас выводят на детскую площадку, и, собственно, вот начинается вот эта социализация. Вот, собственно, я, по-моему, избегнул социализации. То есть у меня шарик остался. Но у меня как бы иногда он почти выходит, иногда, по-моему, выходит, но возвращается обратно. Ну, трудно, в общем, сказать, но в основном я... Может быть, это как раз аутизм. Аутизм, да, он и есть. Вот, ну, в общем-то, вот что сегодня подумалось, это вот на эту тему. Значит, какое-то еще было сравнение, что с чем-то, не помню. Значит, ну вот, какие еще мысли, чувства? Вот знаете, вот это вся сейчас идет вот шумихи. Вообще у меня ощущение, что воюют между собой нейросети. Собственно, люди задействованы постольку-поскольку, знаете, как батарейки, элементы питания. Вот, а вообще хочу сказать, что вот что, сейчас сформулирую. Значит, нет, какие-то сегодня были интересные мысли. Ну вот первое, это вот это по поводу, значит, что, значит, вот что изучает политическая география, политическая экономика. Она изучает, вот мне всегда это поражало, значит, перемещение вот этих вот, условно говоря, неких составов с некими грузами. Так вот, значит, я придумал такую загадку, что у Васи было 7 яблок, из них 3 были прокляты ведьмой. Вот мораль, значит, здесь какая? Значит, очень огрубляем. То есть, вот перевозят грузы, вот грузы, пшеница. А половина пшеницы может быть там процентов на 40 негодной. То есть, вот в мелочах, да, копаться. Копаться в мелочах. То есть, оперируем вот это и все. Вот. Вот что главное, что
людей погубило, ну как погубило, то ситуация, в которой мы сейчас находимся, это ситуация вот этого вот тотального ухода во внешнюю среду, значит, с доминированием воображения. То есть воображение, значит, воображение вот человека уводит. То есть он, например, может себе много что навоображать. Например, к вам прибегает сосед и кричит: пожар, горим. Но вы сами пожара не видите. Вы говорите: как горим, где горим? Он говорит: да забей, значит, хватай ведро, бежи там, беги туда. То есть вы опосредованно с его слов начинаете действовать. Вот эта передача от субъекта к субъекту, или как это, от индивидуума к индивидууму. Значит, я тут с нашим охранником одним, мне, значит, все рассказывал, что он там читает вот в смартфоне какие новости. Я говорю: Леш, а понимаешь, мне проще действовать как? Я верю только в то, что вижу собственными глазами. То есть, получается, я исключаю вот эту посредника. И если я вижу пожар, я начинаю нервничать. Может, я не прав, но я вижу, как у людей работает, как вот это домино валится. Вот это вот, как устроено, да, современное вот это вот. То есть тебя подталкивает, ты что-то читаешь, какую-то новость, ты, допустим, ее пересылаешь кому-то. Вот я все пытаюсь это все накидать, некоторые такие мысли. Но опять же, прошу прощения, что спутано. Вот, но хочу вот призвать вот к чему. Значит, уйдите в сторону мелочей, увеличьте вот этот вот, как назвать-то, увеличение вот этого микроскопа. То есть я, значит, постоянно стараюсь наладить быт обычной жизни, чтобы были качественные продукты, не обязательно дорогие, простые. Я вот покупаю там капусту, морковь, насолил. Собственно, у меня гарнира другого нет. То есть рис, вот я хороший нашел рис. Вот, берем рис, капусту. Вот. А если мы начинаем позволять нашему воображению нас затягивать, то это, знаете, получается, на что похоже. Был один фильм ужасов. Значит, там, знаете как, если это страшно. Значит, вот был город, а над городом вместо неба образовалась какая-то черная дыра типа смерча. Вот кто-то, может, смотрел. И мало того, значит, это вся вот эта история, она постоянно туда затягивала все. Я вот только не помню, как там люди вообще жили, передвигались, но постоянно был страх, что тебя затянет там. Смотришь, грузовик улетел, значит, потом в этом водовороте, такой мальстрём, что ли, он назывался, но только это в небе, вот. И вот это воображение, оно, собственно, вот человека, то есть на каком-то этапе ты просто весь бледный сидишь на кухне, значит, руки на коленях, ничего не можешь, глаза круглые, в общем, вот это вот тебя, значит, затащило в этот мальстрём. И... А то, что вот там погладить ушку, значит, взять книжку, это уже ты уже не можешь, получается. Вот. Так что еще раз, значит, прошу прощения за, может быть, некоторые спутанные вещи. Чем-то порадовать хотелось. Ну, не знаю. Вот дед завещал мне, дед, вот дед. Горовой Василий Романович завещал: торопись, говорит, медленно. Вот, торопись медленно. Ну, наверное, все.
пока то, что вот пришло в голову, может быть, какие-то вам покажутся полезными мысли. Изучаем, изучаем себя, изучаем окружающий мир. Не допускаем халтуру. Увидишь халтуру, халтуру бей. Закаляемся, обливаемся холодной водой. Вот. Всем спасибо, хорошего настроения. Пока, наверное, все. To be, как это, continued.